На сайте archimorius.com запущена новая программа тренировок по увеличению подтягиваний, как для начинающих, так и для продвинутых. Программа была проверена на десятках спортсменов. Все испытания прошли успешно. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Сегодня мы проведем с Даньком социальный эксперимент. Будем подходить к девчонкам и спрашивать у них, какие им парни нравятся вообще, какой тип телосложения: дрыщи, подкачанные, либо качки такие, как Шреддер, допустим. Будет интересно, либо как Данек, либо как я. Короче, смотрите, не переключайтесь, полетели. Привет. Можно тебя на секундочку? Мы снимаем социальный эксперимент. Ответишь на один вопросик только. Ну ничего плохого, серьезно. Смотри, тип телосложения какой тебе нравится? Джастин Бибер, почему я все время Бибер говорю? Вот такой, то есть подкачанный. И вот такой качок вообще. Никакой. Вообще никакой не нравится? А какой тебе тип вообще нравится? Жирный, что ли? Ну, не жирный, но такой. А какой? Чуть-чуть. С животиком, да, немножко? Да, чуть-чуть совсем. Совсем немножечко? Да. Вот смотри, вот первая фотка, да? Как тебе она? Нормально. Нормальная? Да. Вот это. Ну, ты скажи, какая тебе больше нравится? Первая лучше. Первая лучше? Да. Вот это не очень, да? Угу. Море с тебя застряли. А вот это как? О боже мой! Первая. Ну то есть Джастин нравится и больше вот. Вот такой вот. Угу. Такой. И все? Вот такой. То есть как бы дичь, потом чуть подкачаннее и сам. Первый Джастин Бибер. Бибер. Из-за этого и не нравится. Вот мне все равно, в принципе, спрашивают про тело, а не про личность. Первое, мне нравится. А то почему такое нравится? Слишком. Слишком перекачанный, да? Да. Смотри, первый – это Бибер. Угу. О, первое – телосложение, короче. Второе – это ты. Я. Третий – блин, она угадала, что это я не хотел, чтобы она угадала, что это я. Третий – просто качок огромный, угу. Да? То есть, и какое телосложение больше нравится? Обычный паренек такой, типа, который занимается, наверное, один раз в год. Паренек, который занимается очень много раз в год. И третий паренек, который на химле. Шреддер, привет. Ну, это слишком перекачанный. Очень перекачанный, да? Ну, он где-то весит 95 килограмм. А здесь? Этот 70 килограмм. Так. Это, скорее всего, где-нибудь около 70, но жирный, видишь, с жиром. Как ну, считаешь? Второй. Второй нравится. Видите, хорошо. Молодец. Слушай, а вот некоторые девушки говорят, что им нравится с животиком. А, парень. Ну да, есть такое. Как ты считаешь, почему им нравится с животиком? Ну, не знаю. То есть человек, который никогда не занимался, да, и с животиком такой немножечко пивным. Почему так? Ну, у каждого свои вкусы. Ну да. Ладненько, спасибо тебе большое. Ты очень милая. Ребят, короче, ходили по городу, ездили по городу, везде. Что только не делали, искали девушек. Их просто нет. Блин, наверное, за 2 часа, да, где-то поисков девушек мы нашли, наверное, ну, штук 7 максимум. И то, наверное, где-то... То не все согласились. И то 4 где-то отказались, 3 согласились. Вот так вот и получилось. Ну, короче, жесть. Продолжаем искать и, надеюсь, ребят, еще парочку найдем. Ребят, вообще по-нормальному нужно ехать в Москву, и там все нормально да, будет. Да, в нашем городе где-то 55 тысяч подписчиков, хотел сказать. Тысячи людей, и большинство из них пожилые люди, и тут мало молодых. Да, и все молодые все уезжают с нашего города, поэтому примите во внимание. Какой тип телосложения женщинам, девушкам нравится вообще? Вот такой мужчина? Вот такой мужчина подкачанный, да? Угу. Либо вот такой огромный качок. Это перекачивание. Какой вам нравится? Вот? Первый. Первый. Спасибо большое. Все? Да. Какой тип телосложения тебе нравится? Вот такой парень, вот такой подкачанный немного, да? Либо вот такой там 95-100 килограмм. Я не думаю, что это имеет значение. Но, типа, если честно, выбирать по форме фигуры, то, скорее всего, наверное, блин, второй. Второй, да? Да. То есть многие девчонки говорят, вообще немножко животика нравится. Тебе не нравится животика? Нет, ничего против животика не имею, да. Но лучше все-таки заниматься спортом, да, парням? Ну, да.
Поддерживай здоровье. Спасибо большое тебе. Друзья, в основном мы поняли, что качки вот прям огромные, девушкам не нравятся. То есть вы видите, что шреддеры никто не выбирает. Те, кто весит больше 90 килограмм, просто не во вкусе девушек. А во вкусе вот Джастин Бибер, вот такой, знаете, не особо подкачанный чувак, который там занимается, может, раз в месяц, либо что-то такое. И я, типа, который занимается раза три, но без употребления стероидов и с такой, ну, просто такой поджарый парень, вот. А большие качки не нравятся. Есть такой, это как бы человек, который очень редко занимается спортом, такой, который довольно часто занимается. И вот такой, который, ну, видно то, что он немного химик. И такое вот. Ну, вот такой, наверное. Да. Ну, такой тоже нормально. Вот это первое телосложение. Человек, который, ну, довольно редко занимается спортом. Потом второй человек, который часто занимается спортом. И третий, это человек, который довольно, ну, слишком занимается спортом, да, и он немного химик. Ну что, друзья, мы снимаем этот видос 3 дня. Вы видите, то дождь, то еще что-то получается у нас. Все мешает нам. Вот, сняли, ну, в принципе, где-то 9-10 девушек опросили. Очень сложно вообще в нашем городе найти девушек, поэтому обязательно поставьте нам лайк, потому что мы очень старались. Мы по 2 раза в день ездили, блин, искали девчонок. И если это видео наберет много просмотров, допустим, там хотя бы от 60-70 тысяч, то мы снимем вторую серию, и, возможно, будет еще что-нибудь жестче, прикольней. Короче, будет классно. Подписывайтесь на нас, ссылочки в описании будут. И увидимся в следующем выпуске.